Доброе утречко. Собираемся в школу. Девчонки сидят, играют. Пока время есть. Соника. Мне Каролине сегодня пришлось утром переплести косички, потому что она проснулась, у нее вот тут все торчало. Вся была лохматая. Я расплела где-то вот не до конца, но где-то вот до сюда. И заплела опять. Сейчас все аккуратненько, там вообще было прям лохматое. Так, все, одеваемся. Ланчбоксы собрали, все собрали. Уже без 5:08. Мама! Все, зубки почистил? Молодец. Была тетя Твора. Ты маску стирала? Нет. Ушко болит. А ты с Сережкой ходила, да? Может быть, Сережка была грязная? Может быть. Привет, Бонючка. Ты с Бонни погуляла? Молодец. Молодец. Девочка. Она сегодня всю ночь со мной спала. Только потом папа под утро уже тебе его отнес. Оделись, обулись и пошли. А, Ксюша еще не обулась. Зеленая, у меня даже носки зеленые. Зеленые ботинки одевай. Носки как зеленые. Что-то все скрутилось. Ты брызгаешь через куртку, конечно. Смотри, она крикнула, аж сработала эта сигнализация. Дай мне ключи. Так, все, ребят, мы пошли. Всем пока, увидимся позже. Давай, на выход. Ну что, я вернулась. Детей отвела. В школу, в садик. Сейчас я буду монтировать видео. Быстренько смонтирую влог. Ты сидишь. Так что за работу. Что ты? Так, девочки, давайте быстрее кушать. Садимся. Пойдем, Бонь. Пойдем, моя хорошая. Давайте, обедать. Бери тарелку, забирай, Ксюша. Так, обедаем и идем в школу опять. Ну-ка, дайте мне сухарики. Мы вот такие вот сухарики берем. Сушеные. Кусочки хлеба. Поехала? Да. Собралась, мадам, вон. Вырядилась, принарядилась, пошла кататься. Они тебе огромные, как ты в них катаешься? Можешь, точно? Да. Ну давай, на дорогу не выезжай. Да, мама. Ребят, как вы быстро пишете комментарии? Я просто не успеваю лайкать. Тут нужно еще ответить. Вот, вот, вот. Спасибо вам большое за такие добрые комментарии. Очень приятно. 674. Сейчас вот я обновлю. 723. Обалдеть. Ну, в общем, я буду читать дальше. Так, Маргарита тут придумала что-то. Сейчас будем пробовать одну вкусняшку. В общем, берете перец Что ты тыкаешь его? Режь нормально. Семья маленькая. Берете... А что ты такой маленький взяла? Берете болгарский перчик. Такой, знаете, сочный, такой хрустящий. И берете сыр Филадельфия. Вот это нужно отрезать, это уже. Нехорошо. Бяка. И потом нужно кушать перчик вместе с сыром. И говорят, что это вкусно. Сейчас проверим. Угу. Так, все, пробуем. Прям мазать, да, на перчик надо? Угу. Говорят, что много. С перцем. Не жирно будет тебе? Майн. Маргарита, у нас можно мало перца. Можно сэндвич сделать. А, сверху еще. Еще с чем можно? С колбасой? С перцем. А, с острым? Да. Ну и что? Нет, невкусно? По лицу понятно, что не очень. И кто такое ест? Все. Невкусно? Mm-mm. Нет? В принципе, неплохо. Такое, ничего особенного, да? Mm-hmm. Перец просто с сыром. Но, как бы, неплохо, я бы сказала. Если у вас только сыр и перец, то можно... Да, если у вас в холодильнике только сыр и перец, можно. Как у нас, например. Нам надо сегодня за продуктами. Да? Mm-hmm. Папа приедет и поедем за продуктами. Ну, уже, считай, неделя прошла. И пора закупаться. Че, это знаешь, я так что-то это распробовала. Вкусненько. Я сейчас буду жарить грудку индейки. И потом мы будем заворачивать
Вот это все лаваш, там с овощами, с помидорками. Вот такое вот будем делать. Тортилья. Вот я подготовила овощи. Сейчас я буду греть лаваш в духовке. Это курочка нарезанная. И я сейчас хочу пожарить яичные блинчики. И потом их нарезать, чтобы кто-нибудь, если захочет, тоже себе положит в лавашик. Ну, а потом вот это, Маргарит, на стол ставь. И вот это тоже. Ой, динозавр. Так, все. Больше ничего не надо, это я сейчас буду греть. Вот такой вот лавашик, сейчас я его подогрею. 5 штук, тут кто-то уже голодный был. Вот это вот. Яйца жареные. Сейчас еще один блинчик будет готов. Тарелочки и вилочки. Ну, 6 штук. Да. 6 человек. Все большие. Так, здесь у меня подогревается лаваш. Макароны тоже большие. Да. Ну как лаваш же нужно положить на тарелку? Как они будут ложить? Вилочки, наверное, нужно положить на вот эти вот тарелки. Сейчас я его порежу быстренько. Поехали мы в магазин. Детки, остаетесь дома? За старших. Кто у нас старший? Я. Каролина? Ты что-нибудь сегодня лепила интересного? Да. Кого? Бэби-Йоду. Бэби-Йоду? Давай лепи еще раз. У тебя хорошо получается. Да. Мы приедем, чтобы ты что-нибудь слепила. Хорошо? Да. А губки те, кто накрасил. И глазки блестят. Она сегодня к Маргарите зашла и косметику ее трогала. Пока Маргарита еще не знает. Рассказать ей? Нет. Ну что, мы уже вернулись. Быстренько съездили. Папа ушел на собрание. Я сейчас буду разбирать. Ты что кашляешь? Я буду разбирать сумки. Так, здесь 3 сумки. И там еще 2 сумки. Бонни, что с тобой? Ты чего? Ты что-то в горлышко застряло? Что ты кашляешь? Ой, что-то застряло. Ой, Вонь, ты чё? Купили таких зайчиков, у нас теперь уже готовится к Пасхе. Такие вот шоколадные зайчики продаются. Вот такой вот темный шоколад. И молочный шоколад, наверное. И вот такие вот 2. Вот. Да, я опять нашла такие же блинчики шоколадные, с шоколадом, то есть, внутри. Просто в духовке разогреваешь и кушаешь. Ну, не надо в духовке, даже можно так. Ну, можно так, но можно в духовке. Так, что еще здесь интересно? Ну, в принципе, все то же самое. Овощи, фрукты, колбаска, сироп. Вот, и все, то же самое. Так, здесь у меня молочка, тут йогурты, протеиновые йогурты. Питьевой йогурт, молочко, сливочки, маслица. Я первый раз такое вижу. Добавляешь прям в йогурт и кушаешь. Это клубничка. Так, ладно, я сейчас буду все разбирать. Все в холодильник надо убрать, давай. To focus when you're getting close to me. We're like a broken record, spinning round and round all year. I know that I can't do more. I know that you feel the same. Why do we keep playing all of these games? I don't wanna go, 'cause your love is what I want, babe. You know that I wanna stay this way forever. Давай, открывай зайку одного, откроем. А у нас Деды Морозы такие продавали всегда на Новый год. Ого! Зайка! Не, подожди. Можно
ладно. Так, все? Бонни, будешь? Конечно, скажи, буду, да. А что ты залез сюда? На столешницу. Мама! Это папе? Убери в пакет. Это папе? Сейчас. Это папе? Да. Каролина, почему ты не убрала пластилин? Это Каролина. Так, всем зубки. Чистим зубки. Косички тебе не нужно еще расплетать? Нет. Ну, ничего себе, она тут смотрит. Ютуб и зубы чистит. Оставишь? Так ты лохматая, Каролин. Ну, потом я это еще. Завтра еще нужно переплести утром рано. Да? Ладно. Тебе голова не болит? А? Что с твоей футболкой? Покажи. Покажи, смотрите, что такое. Что? Ё-моё, ты же эту футболку, которую порезал, зачем ты ее надела? Иди переодевайся. Ой. Дырявая ходишь. Она игрушку мягкую делала и порезала свою футболку. Каролина, твоя пижама в комнате. У тебя там в комнате пижама, иди ищи. Девочки, красавицы, будем спать, отдыхать. Маргарита кушала шоколадки, пила сок. Еще осталось, можно? Угу, мармеладки. Это она выпила, это не я. А, это подружка выпила? Да. Ну, она какая? Подружка. До скольки вы сидели? 9 часов уже, от нее только подружка ушла. Да, потому что даже полдесятого. Папа. Папа на работе был. У нее мама, она операцию сделала, она не может теперь. Да? Нога у нее. Тебе нужно, по-моему, уже постельное белье менять, нет? Нет. Нет? Родительское собрание, видите, как тут? Я тоже должна идти, осторожно. Кавак. Тут дают бумажечку, и родители могут посмотреть, в какой день им удобней и в какое время. Отмечают таким крестиком. И потом учитель выдает, в общем, день и время. Что? Залетай. Мама, кто еще так ложится мама, в кровать? Мама, очень горячая. Маргарита, давай выключай свой фонарь. Вот это наверху. Оставляй. Мама, она очень горячая. Она греется, конечно, от этой. Давай выключай. Как? Выключай, говорю. Выключай свой фонарь. Гаси, давай. А можно поджарить что-нибудь на нем? Вот так вот. Она уже все, вся сгорела. Жидкая стала. Нет, там еще есть много. Угу. Все, давайте, девочки. Зубы почистили? Да. Давайте спать. Бам-ба! Так, уже пятница. Рано завтра? Да. Обеим? Да. А в обед завтра у кого-то нет, да? У меня нету. А, Ксюша есть. В прошлый раз у Ксюши не было в обед. А теперь у Ксюши есть в обед. Все, пока, спокойной ночи. Ксюш, ты здесь остаешься. Пока. Цене. Всем пока, скажи. Лео. Всем пока! La cama a dormir. Ту-ту. Ту-ту. Что такое ту-ту? Ладно, все. Всем пока. Всем пока. Ту-ту.